Уважаемые земляки, в преддверии 2017 года мне, конечно же, хочется пожелать, чтобы Искитимский район и жители Искитимского района жили в достатке, благополучии, чтобы каждая семья была полна счастьем, радостью, чтобы звонкий смех детей всегда радовал, чтобы наши предприятия и промышленные, и сельскохозяйственные предприятия наращивали свой потенциал, увеличили объем выпускаемой продукции, тем самым создавая благоприятную среду в целом для всех жителей Искитимского района. И тем самым сами развивались, набирали мощь, и чтобы Искитимский район, благодаря своим жителям, труженикам, которые в нем трудятся, он всегда достигал высоких результатов. Также хочу пожелать вам всем благополучия, счастья, терпения. Несмотря на те сложные времена, которые сегодня идут, мы с вами устояли и прошли 16-й год успешно и благополучно. За что я хочу поблагодарить вам, вас всех, сказать огромное спасибо за терпение, за труд и просто пожелать нормального человеческого счастья. Всех с Новым годом!